Так, 2 сентября 2023 года идет видеозапись, посмотри. Ну, то есть я сейчас его просто в полный кадр поставил, это солнце, да? Понимаешь, видно тебе, как относительно веток деревьев опускается солнце? Движение его. Видно? Сейчас я максимально... Так, выдержку я поставил 8000, это значит совершенно... миниатюрная, самая мизерная. А сейчас я навожусь на край относительно дерева, чтобы было видно движение самого солнца за горизонт. Да что ж такое? Ну, к сожалению. Смотри, там, кстати, правее чуть-чуть веток, по-моему, видно пятнышко. Но могу ошибаться, это может быть просто облачко, тут тяжело. Ну, там он видно, даже я визуально наблюдаю, что на фоне облаков. Вот это максимальное увеличение. Ну, мне, кстати, больше нравится вот так смотреть, когда на фоне, вот я сейчас резкость ветки именно взял, и когда на фоне веток деревьев, оно видно смещение. Ну, это не солнце смещается, понятно, это земля вращается. Ну, ладушки, уменьшать не будем.